Что, типа, погнали? Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами Киберарена и с вами... Что еще? ДТС и USSR. Вот так вот, встреча у нас нежданная, негаданная. И сейчас, я думаю, будет, в принципе, интересная игра. Мы сейчас за этим всем внимательно понаблюдаем. Еще раз скажу, составы обеих команд. Volume 008. Вечно, опять-таки, забываю. Немного отвлекался. Ну что ж, составы команды. Состав команды ДТС, хотя, я думаю, наверное, стоит немножечко повременить. Ну, да ладно. Валентинович, Попс, Кенни, Лом-Лом, Бартоломео, команда USSR, Холли, Хакер, Майс, Овердрайв и Мунер. Будет поджим зелени. Будет поджим зелени. Ох, как у нас-то Зиновьев. Зиновьев, Попс, отстрелил Хоми, не знаю, орган. Ну и, в общем, что у нас? Продолжается врыв. Да, слушайте, еще один минус от Попса. Что он вообще там делает? Ну-ка. Ну, тут 4 в 3, как бы... Так, что говорят? Счет не... Я титр поломал, точно. Все, все, все. Титр я починил. Я понял, да. Мне уже написали, все, прошу прощения. Да-да-да-да-да, все, все, все. Да хватит кричать на меня, все, я починил счет. Смотри, Попс уже сколько, он 4 минуса сделал Попс, ё-моё. Блин, я провтыкал такой момент из-за ваших титров. Какой кошмар вообще. Ужас. Так, ДТС, во-первых, у нас в атаке, значит, все нормально. И, во-вторых, что я еще хотел сказать? Я хотел сказать, что надо поменять счет. Надеюсь, у этой команды, да, у этой. Все. 0-1. 1-0. ДТС ведут. Все. Круто. Да, ДТС немножечко поменяли ники. Видимо, теперь Кенни. Видимо, теперь Бартоломео. И остался у нас Валентинович и Лом-Лом. Ну, Валентинович, я так понял, Вахлберги. Ну, что-то, в общем, типа того. Ладно, мы смотрим сейчас за фунтом. Фунт. Фунт, фунт. На 33 фунт. Вот он увидит пацанов. И Бартоломео немножечко успел буквально напихать. Он там, думаю, в ляшечку им попал. Еще минус у нас от Валика. Ну и что у нас? The Wonder. Получается у нас лом-лом. Остается один, точнее, оставался один неизвестный человек. Последнее предупреждение, серьезно. Кто добавит сейчас меня в стиме в друзья, выхожу из чата и не буду читать. Все, 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 все. Вот так вот, друзья. Так, лагать не должно, битрейт нормальный, все хорошо. Я вот только что проверил, так что я думаю, что проблем наблюдаться не должно. У нас последний остался Хацкер. Ну, я думаю, что Хацкер с Юспом тут мало что успеет сделать против троих. Точнее, против троих, ну, против троих, которые вот, собственно, тут были рядом. Два было еще в доме, я это имел в виду. Ладно, у нас тут 2-0. 2-0, команда ДТС ведет. Ну, понятное дело, USSR. Нет, слушайте, вот USSR затарились. И сейчас посмотрим, чем это для них, во что это для них выльется. За кого болеешь? Ну, не знаю. Наверное, за ДТС, как-никак, соотечественники, ну и все такое. А посмотрим, как они, в общем, будут играть. Смотрите, выход сейчас, кажется, будет 3-2. В общем, врубаем, наверное, мышу. Миссе. Майс. Мыша. Чуть-чуть, чуть-чуть буквально не попал, только что вот с берста очень неплохо, кажется, залетели патроны. Но, наверное, все-таки Хома. Хома, где Хома? Хома вот тут тоже стоит уже на а-ля берст позишн. И говорит, Каспер, ты можешь двух аков в комменте сидеть в чате, а то, что на экране в офе, нет, не могу, не могу, друзья. Я бы с удовольствием, но не могу так делать. Спрашивают, говорят, не Хацкер, а Хакер. Вот. Кстати, могу с этим поспорить, потому что Хацкеры, как бы, ну, те, кто знают, те знают. И объяснять я этого не буду, ну, называйте как хотите. Ладно, что у нас? Перетяжка под верх-низ, ну, я не знаю, может быть, Попс будет выходить. Попс, куда Попс? Нет, Попс тоже идет на верх-низ. Слушайте, это будет выход на закрытый под Кенни. Или я даже не... Я-то что-то даже немного растерял. Слушайте, у нас там уже первые потери от Николаса. Первый был минус. Тут что, фунт внизу? Хороший минус от фунта. Да уж, очень жестко. Что вообще только что сделали ДТС? Они фактически обманули сами себя. Есть сейчас Хома быстро. Получается все-таки быстро убить Хому. Но вот тут еще Майс у нас остался.
Ну, лом-лом пакет-то поставит, а вот получится ли у него взять раунд? И, понятное дело, сейчас тупо напихают. Да, и ДТС проигрывает этот раунд. Как вообще это было возможно? Я даже не знаю. Говорят, почему, когда я захожу на ХЛТВ, у меня ХЛТВ за КТ. Выйди с КС и перезапусти КС, все будет нормально. Давайте конкурсы на прогнозы делайте у себя там. Надо будет. Каспер, не кажется ли, что Дося сбавил? Ну, может быть, и сбавил. Ладно, 2-1. USSR. Вот так вот, друзья. Так. Это ломбот. Может быть и нет. Андрею Котику тоже привет. Слушайте, а у нас что вообще произошло у команды ДТС? Они решили выйти на открытый просто так, без ничего? Не, ну как бы ничего, они уже покидали свое, но вот оно как бы так легло, что почти без ничего. И посмотрите, первых три фрага сразу же от команды USSR. И ох, Николас, что он там поставил вообще нереальное? Просто в воздухе, через текстуру, это вообще была полная жесть. Ну да ладно, забудем пока об этом. У нас остался вот один этот парень, Валик. И, ну, насколько я успел вычислить его, это Валик. Ну и что, против четверых, я думаю, вряд ли он что-то сможет сделать. Да, тут говорят, что жесть произошла только что. Прогноз на игру, я даже не знаю, учитывая плохую игру команды ДТС против Нави, ну, понятное дело, да, Нави, то есть Нави, они в Африке Нави, они жесткие, но у ДТС немного вот не получается играть. Понятно, новый состав, все новое, и игроки не такие уж и именитые, и популярные, но понятное дело, что Москва не сразу строилась, и Нави тоже не сразу стали тащить и копать, как дикие. Ну, подождем, может быть, и ДТС у нас когда-то засверкают. Поджим от Хомы в десятке. Там 2D, кстати. Нет, там не 2D, там просто была засада из двух игроков команды ДТС. Умудряются они, кстати, достаточно неплохо-таки отжать одного из игроков USSR. Говорят, приезжай, коммите, ростовский ВЦГ, я тебе большую вкусную пиццу куплю. Нет, одной большой вкусной пиццы меня не заманить в Ростов на ВЦГ. Мне надо туда заманить, во-первых, оплаченной поездкой, ну и потом уже можно пиццу. Кормить меня пиццами можно. Вот такой эко-бай от команды ДТС. Да, да, только одним минусом, вот этим первым Хомы, который поджал, он, собственно говоря, и закончился. И вот теперь, после проигранного первого раунда пистолетного, команда USSR выходит вперед со счетом 3-2. На Зинулёне привет. Да-да-да. Ладно, все, с приветами завязываю. Буду отвечать только на вопросы, касающиеся игры и, ну, и что-то типа того. Так, Николас. Вот сейчас за Николаса надо посмотреть. Сейчас именно на него будет выход. Сколько там у нас ребят-то хочет его убить? Ага, тут 4 пацана. Сейчас посмотрим, что же они будут делать. Хороший первый минус от Николаса. Топит Николас. Минус 2, минус 3 от Николаса. Какой потрясающий зажим, и пакет выпал. Как не в тему выпал пакет. Вот это, конечно, жесть. Что он только что сделал. Это было просто потрясающе. И хакер уже вовремя подоспел на помощь. Ну и да, все. Опять у нас последний в Альберге. Хотя он делает минуса, но нет. Майс его перестрелял, и 4-2. Так, как тебе игра Нави Мим? Расслабились они, что-то 16-14. Да, было жестко вроде бы, что типа. Но Каспер, ББ. Девушка спрашивали, есть. Я уже отвечал на этот вопрос не один десяток тысяч раз. Я уже отвечал на этот вопрос. Ну, ладно. Майс Сака. Слышал я, как кто-то спрыгнул? Нет. Это был прыжок у нас на открытый плент уже вышли. Слушайте, с диглами просто вылетели. Если сейчас фунт с АВП не сделает нужных минусов. Там еще Хома, хакер уже перетянулись. Как вообще оперативно играет команда USSR? Да, вот тут хакер уже помогает. Кенни, Бартоломео, 2 минуса. И теперь уже Николас врывается на плент. Ну, да, вот Майс тут помог очень неплохо. Где вообще Майс? Майс из десятки навел шорох, сделал 3 решающих фрага и взял 5-й раунд для своей команды. Да уж, USSR DTS 5-2, очень-таки неплохо. Говорят, Мим, Го, Касп. Да нет, мне тут нравится, я эту игру отстримлю и, собственно, думаю, на этом буду завязывать, если ко мне никому не приедут. Касп, Дефьюз через...
тексты запрещен. Что? А, через текстуры? Да, да, да. Вообще, дефуз через текстуры, если ты не видишь плента, дефузить запрещено. Можно на чемпионатах играть на своем конфиге, не на стандартном, а на своем, чтобы пули при стрельбе не разлетелись. Это уже отдельный разговор по поводу загружаемых конфигов. Это уже, правда, абсолютно отдельный разговор. Это надо обращаться к судьям. Так. Каспер, где овердрайв? Блин, я бы с удовольствием узнал, где овердрайв. Так. Холли, холли. Ах, блин. Овер где-то тут спрятался. Я не знаю, там фунт где-то, кстати, раздается. ВП, может быть, это и есть овер? Я не знаю, очень может быть, в принципе. Бартоломео, последний. 43 хелса. Да, да. 6-2. Ну вот, хорошее было начало у ДТС. Я не знаю, может быть, они как-то булки расслабили или вот что-то в этом духе. Ну, я даже не знаю, чем это можно объяснить. Поздравляю Олега с нюхой. Вот так вот. И все. Говорят, Холли в Iron Will. Ну, не знаю, в лайнапе на этот матч заявлен именно Холли в составе команды USSR. Так что я, в принципе, готов поспорить. Опять Николас! Опять два потрясающих минуса в дым, насколько я понял, потому что трупов внизу не видно, не валяются трупы. Там Барт, конечно, ему отстрелил голову, но все-таки 50 хп еще минус у Бартоломео. Еще Гренка прилетела, а ну и хакеры фунт завершили раунд 7-2. Как-то быстро очень пошла игра, не знаю, может быть, стоит остановить темп как-то и перестать вот так быстро заходить, выходить и так далее. То есть это, ну, немного спорный вопрос, но я думаю, что, может быть, стоит изменить именно темп игры. В первую очередь темп мне уже не нравится. Так, что у нас... Не можешь покомментить игру Дельта Ультима? В принципе, был бы не против, но, в общем, это будет известно потом. Так, ладно, у нас фунт. Фунт принимает зелень. Какой? Хотел сказать, хороший минус от фунта. Ну, вот теперь я это еще скажу. Хороший минус от фунта. Но там Хома. Хома с Юспы тоже раздал очень неплохо. И до 6 раундов разрыв уже увеличился. И я не знаю, что сейчас будут делать ДТСы. Что они вообще собираются делать, потому что они тупо бегают, отдаются фастом. По фасту бегают и отдаются. Не хотят они менять темп игры, не хотят они играть слоу. И... Ну, вот так вот, друзья. Пока что все очень печально для украинской команды. Хакер! Два минуса! Не успевает кинуть греночку. Нет, не успевает. Я думал, может быть, просто моделька не прорисовалась. Тут уже Хома. Бартоломео, кстати, в это время сделал два фрага. Пакет еще лежит. Чуть-чуть не хватает Хоме. Вот только-только перестрелял. И попс. Попс. 100 хп, но, я не знаю, 1 в 3. 1 в 3. Увидели, тем более, его сейчас окорок рядом с вагоном. Да, и фунт его без особых проблем отстреливает. 9-2. 9-2. Как так? Я не знаю. Что-то вообще не задалась. Не задалась игра у команды DTS. Ну, сейчас, говорят, со скольки лет можно играть на норм турнирах? Да со скольки угодно, лишь бы башка варила и играть умел. То есть это не такая важная. Кто комментирует аматорскую лигу в Донецке? Ну, там же висит где-то на сайте, я помню, видел, висели фотки комментаторов. То есть, ну, они там этим делом занимаются, я не знаю. Про Донецк я точно вообще ничего не знаю. Я там был только один раз на отборочных в ЦГ в 2006 году. Вот тогда я там был. Димку Андреева с 18-летием поздравляю. От Патрика, конечно. Но у нас тут, смотрите, у нас сейчас Хома. Хома с АВП уходит с 33-х. Отдает эту очень-очень важную позицию. Очень хорошую позицию, в первую очередь, для АВПшника. И уходит на дальний вагон. Ха, не менее хорошая, я бы сказал, позиция для АВП. Был ли я на Динаве? Был только на дотерском, и то на чуть-чуть. У меня был экзамен, я писал конспект. Я за два дня списал тетрадку на 64 листа. Причем мелким почерком. Так что это было жестко. Ну что? Николас. Николас Хома. Вот эти два персонажа сейчас и будут ключевыми, я думаю, в данном лайнапе. И вот сейчас смотрим Хома верхнюю волну, Николас нижнюю. Ну, начнется ли выход на закрытый, или все-таки ДТС решат уходить вниз? Пока что размен один в один на открытом планте. Да, и
И висит у меня все. Геймпендинг. Да какой нафиг геймпендинг? Вы что? Это заход на точку. Ну нельзя же. Нельзя же так делать. Ну, это провал. Ну ничего, ничего. Потерпим. Думаю, не особо пострадаем. Так, где учишься? Киевский политех. Вот там я учусь. Тут рядышком, кстати. Special for Casper. Да спасибо. Я знаю, где я висю. Так, счет на сколько там? 9-2? Да, 9-2. Вроде бы все нормально. Не знаю, может быть, какие-то проблемы у кого-то из ребят. Может быть, у ДТСов какие-то там траблы. Хотя, ну, я не знаю, пинги, ну, 45-55, ну, вот 60, да, у фунта. Так что, ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Каспер, исполни Зев стайл. Не-не-не-не, не хочу. 4-2, говорят, мим тащит. Нет, мим я включать не буду, потому что тогда не будет у меня цельной нормальной человеческой записи, и это не есть гуд. Что у нас? Это хакеры сломали команде ДТС. Да, может быть. Каспер, как думаешь, кто выиграет Intel Extreme Masters? Ну, возможно, возможно, это будут Na'Vi. Это не LAN? Да нет, это не LAN. Вы чего, какой это LAN? Quake через... Что Quake через настройки? Лебедев. Так. На кого учусь уже? Блин, ну сколько уже миллиардов раз я говорил, инженер подземных сооружений. Напиши разработчикам КС, чтобы они Special for Casper сделали лестницу на ТРСП на DAS-2. Да, да, надо будет сказать. Мапмейкерам, чтобы они сделали ее, потому что в Source есть классный ящичек на DAS-е на втором, на респауне, там есть верхний респ и нижний респ. И на DAS-е на втором в 1.6, ну нельзя запрыгнуть с нижнего на верхний, а в Source можно, круто. Каспер, вышку шаришь? Ну, сдал, скажем, сдал. Не шарю, но я ее сдал. Так, сколько продлятся Na'Vi? Na'Vi будут длиться бесконечность. Но это не просто команда, это организация. Это уже гораздо выше того, что просто собралась команда и, мол, все, будем копать. Пинг 60, они в какой деревне живут? Ну, для тех людей, которые не особо ознакомлены с пингом вообще между Россией и Украиной, я скажу, что играть на русских серваках для украинцев это просто повешение, грубо говоря, потому что там может быть около сотки на московские серваки пинга. Поэтому выбрали, я так понимаю, какой-то нейтральный, там, не знаю, польский, датский, шведский сервак, на который у обеих команд там по полтиннику, грубо говоря, и, собственно, вот так вот, я думаю, они и поделились. Так, ладно, что у нас? Когда мы будем коммитить девушек из Source, мистер Дейл? Я не знаю точно. Когда у меня будет свободное время? Конечно же, я буду не против. Я только за. Каспер, зайди на Cyberfight. Я там вообще ни разу не был. Честно скажу, ни разу не был на Cyberfight. Как, возможно, было написать чит для Quake Live? Это же браузерная игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, я почти пропустил. Эть-эть-эть, пауза на таком моменте, и геймпендинг опять, ну что ты будешь делать? И он стреляет, там летит искра. Я вижу искру, можно ли полететь посмотреть искру? Нет, нельзя посмотреть искру. Посмотрите, просто какой поток патронов вылетает из этого кольта. Просто как будто туда ленту с пулями засадили. Посмотрите, как голова искрит. Искрит у террориста. Или это текстура за террористом искрит, я не понимаю. Но количество пуль меня просто поражает. Я не знаю, это... А ну быстро считайте, сколько тут уже патронов, гильз точнее, летит в воздухе. Так, ну... Блин, ладно, уговорили. Это не буду пока выходить из чата, но вот эти все люди, которые ко мне добавились, все попадут в блок, в бан и так далее. Каспер, расскажи, плиз, толковый анекдот. Я не знаю толковых анекдотов, надо будет почитать, и я вам расскажу. 199 банов, кто хочет стать 200-м? Вот, мистер Дейл, там только что был парень у меня на стриме, если ты запомнил типа ник, то можешь банить смело. Так. Что у нас у Meme Life были, ну, да, уже вроде бы был. Касп, какой адрес у базы Na'Vi в Киеве? Я не знаю, правда. Можно еще набрать лимит Тима 250 друзей и больше не добавляться. О, кстати, тоже крутой вариант. Я не смотрю тебя, я обиделся на арену. Я понял, мистер Дейл. Ладно, тут тем временем у нас была отжата пауза.
И что у нас? Бартоломео благополучно сбрил Николаса, который перед этим сделал два фрага. Ну и фунт Хома. В общем, не отдали закрытый плент ребята из USSR. Взяли десятый уже раунд в свою пользу. Ну и... И вот, собственно говоря... Что он? 10-2. Ё-моё, ДТС, соберите гусей уже и начните тащить, друзья. 10-2, это ведь уже не цацки-пецки. Это вам не дубленку в трусы заправлять. Ну, надо же ведь уже как-то собираться, я не знаю. Николас. Опять смотрим за Николасом. Он у нас по-прежнему с кольтом, по-прежнему на закрытом. Он только периодически меняет позицию. И вот сейчас мы можем видеть про то, как он вот в коридорах уже тут воюет у нас. Подловил вовремя попс Николаса. Ну и что, выход на закрытый плен. Да, смотрим сейчас внимательно за фунтом. Фунт погиб. Вот это хороший шанс для ДТС, для того, чтобы отыграться. И сейчас, конечно, хакер не сделает что-то невероятное. Хакер и Хома сделали два фрага. Оставили Кенни в одиночестве. Кенни, где ты, Кенни? Все, Кенни нету. Кенни ливнул. Куда дели Кенни? Они убили Кенни. Сволочи. Ну, это 10-3, друзья. Ой, 10-3. Это 11-2. Вот что я хотел сказать. Да, это грустно. Вот такие раунды, конечно, давят на мораль очень сильно. Так. Что тут? Говорят, это ГГшечка, мне говорят. Да, говорят, это ГГшечка. Я с этим практически согласен. Парень просто исчез с прицела АВПшника. Он просто растворился в воздухе. Притворился шлангом, я не знаю, колесом от вагона. Ну, в общем, исчез из поля зрения АВП команды USSR. Хакер минус сделал первый. Убил Кенни опять-таки. Фунт еще верхний низ хорошо принял. Еще минус от Хомы. Просто даже выйти не дают ДТС на точку. Не то, что поставить пакет. Это вообще практически роскошь для украинской команды в данном матчапе. Ну, я не знаю. Я думаю, что они исправятся. Ну, надеюсь, это будет в ближайшее время. А пока что мы видим вот то, что видим. И видим то, что остался у нас последний попс с 86 хелсами. У Лом-Лома получается 1-13. Да, у Валика сколько там? 6-13. Попса 8-10, ну и у Бартоломео фраг-лидер 9-13, в то время как у команды USSR у нас фраг-лидер Хацкер со счетом 16-5. Ну вот остается, опять-таки, повторюсь, последний попс против троих, пакет не на руках. Говорят, Каспер, прикинь, 16-2 будет. Ну, я не удивлюсь, если честно. Да, говорят, Хома 107, пинг карает. Ну, тем не менее, у него статистика 8-5, положительная. Да, и Майс заканчивает этот раунд, 12-2. И последний раунд первой половины, что тут можно добавить еще? Ну, посмотрим, смогут ли ДТС хотя бы уже третий свой раунд взять за сегодня. Потому что они за сегодня, за две игры взяли вот сколько там в сумме? Ну, вот 16-2 они тогда сыграли. Ну, грубо говоря, я не считаю эти раунды, которые они там дотащили дальше, там... 25-5 они сыграли общий счет, да, то есть это они... Ну, в общем, 4 раунда они пока что взяли вот за полторы карты, грубо говоря. И сейчас посмотрим, получится ли у них все-таки отыграться хотя бы немножечко. Ну, ладно. Что у нас? Ворвался Валик. Греночка. Майс там должен был просто втерпеть сейчас от Гренки. Да, 12 хилсов, кстати, у Майса. Можно постараться додавить. Надо немножечко постараться. Еще чуть-чуть ножку подвернул. 9 хп осталось. Сбривает его сейчас Лом-Лом. Ну и что? 3 в 3. Ну, в принципе, шанс-то есть. Ну, есть шанс. Главное не растеряться. И вот на хакера, главное на авик этот не отдаться. Хотя бы там, чтобы... Ну, даже одному нельзя отдаваться. Ох, как там высоко-то выпрыгнул парень. Минус от Лом-Лома. Забирает он Хому. Хакер хорошую греночку закинул. Еще один. Вот вы говорили, тащит в кавычках. А вот действительно в этом раунде, я думаю, он затащил. Потому что остался у нас последний фунт. Против двоих, да, ребят из ДТС. Ну и, собственно, вот ДТС дотащили 12-3. Не так уж, конечно, и много, но что поделать. Могло быть и хуже, скажем прямо. Вот, 12-3 счет.
Что, парни меняются сторонами, и R1, и го-го-го. Да, уже поменялись, так что, я думаю, осталось совсем, совсем немножко ребятам для того, чтобы, так сказать, доиграть данный матч и все-таки решить исход, судьбу данной игры. Ладно, что у нас? Рестарты уже были, насколько я понял. Да, немножечко там, кажется, проскочило. Вот этот паря сразу, просто моментально в пожизненный бан везде, где только можно, попадет. Так, что у нас? Бартоломео и Попс у нас принимают, сейчас будут закрыты. Да, спугнули у нас Попса. Убили Попса, вот что самое плохое. И сейчас Барт, сколько там, 91 хп у него. Пытался отстрелить пиксель, у него это плохо, очень плохо получилось. Ну и все-таки, смотрите, проползает под пакет. Неужели раздефузит? Да садись дефузь, пацан. Кенни, садись дефузь, что ты? Нет, убили, они опять убили Кенни. И команда USSR берет первый раунд. Ну-ка. И это 13-й раунд уже в их пользу. Ну-ка. Что, Каспер ник сам придумал? Какой Каспер? Меня таким нарекли, скажем так. Ну, поджима ДТС, да, очень нужный поджим. Главное, чтобы он вот удался, потому что если он будет провальным, то это будет ГГшечка, друзья. И кажется, все именно так, такой оборот событий-то и принимает. Кто у нас там остался? Остался Валик. Попс разбился, что случилось? Или Попс, может быть, перерезал себе вены, спрыгнул с вагона, я не знаю, может быть, еще что-нибудь, но... в общем, ну вот так, друзья, все у нас пока вышло. Остается двое у нас, вот The Wonder, который только что погиб, ну и, соответственно, да, вот он, Валентинович, который тоже скончался от травм, несовместимых с жизнью. 14-й раунд для команды USSR и... Всего два до победы. Так. Говорят, USSR возьмут. Ну, тут уже как бы сложно верить в обратное, потому что как бы я не верил в команду ДТС, как бы не надеялся на то, что они все-таки смогут собраться, я не верю, что с такой игрой у них получится взять вот сколько там... 11-12 раундов у такой команды, как USSR. Хотя, смотрите, вот у нас выход, кажется, сейчас все-таки будет сделан выход, да, и... Кенни с мухой! Кенни как просто Хоми в глаз-то засадил! Ё-моё, очень жестко засадил пульку в глаз, но, тем не менее, погиб. Так, ладно, все, короче, я закрою вот эту вот всю фигню. Со Стимом и прочей ересью. В общем, ну, скажите спасибо об этом другим типам. Так, что у нас? У нас 15-й раунд, да, для команды USSR. И что тут? Почти все, собственно говоря. Так, что там? 16-3 или же все-таки ДТС еще смогут показать то, ну, на что они там способны. Смогут ли они хотя бы еще огрызнуться хоть как-то. Хотя у них даже огрызаться-то и нечем, у них зубки достаточно слабенькие. Вот в виде диглов, фамасов. Ну, понятно, да, тут или last round, или же все-таки потащили. Вариантов тут особо-то немного, ну. Сейчас посмотрим. Так, где он тут? Зиновьев. Кенни минус гранаты. Хоть в большинстве-то ДТС и остались, но все равно даже этому большинству как бы не особо я бы доверял. Вышли, кажется, уже вышли на закрытый плент ребята из команды USSR. Да, Попс увидел, берсты от Попса, хорошо. Минус Хома, так минус Барт.
Пока тут серия разменов. 2 в 4 остаются у нас USSR-овцы. 2 в 2 уже. И 1-2 последний Николас. 52 хелса против двух игроков команды ДТС. Неужели все-таки ДТС смогут еще хотя бы немножечко поднатужить? Да, да, этот раунд за ними. 3-1 и 15-4. Ну, что-то в этом духе. В общем, сейчас у нас где-то что-то так. Ну-ка, деньги, деньги у ДТС. Ну, вроде бы же за дефенс играют, вроде бы же должны тащить. Но вот что-то ну, не получается у них делать. Ну, это, наверное, все-таки опять можно списать на то, что команда играет вместе очень-очень мало времени. И поэтому у них просто нет времени для того, чтобы сыграться на достаточном уровне. Ну что ж, первый минус от Комы, Николас, и там, где у нас Валик, Валик, там два фрага уже сделал, еле-еле успел отмахнуться от своих оппонентов, 21 хп у него осталось, еще минус от Попса, слушайте, неужели это камбэк? В тупиках где-то были, да, я слышал это, и Попс, кажется, это видел, минус Бартоломео от Фунта, еще Майс фраг делает, ну как вообще это происходит, я не знаю, там на шестой линии вот идет война. И если сейчас Попс, вся надежда на Попса, то есть все погибли, 1 в 2, и фактически вот матчпоинт, 58 хп Попс, ставится плент. Да, и это 16-4, это GG, дорогие друзья. Ну что ж, поздравим команду USSR с победой. С вами был Каспер, с вами была Киберарена, запись я останавливаю, и...